Всем привет-привет, ребята! Вы на канале Мультмикс. И вчера мы с вами не доиграли в игру Паучок. Давайте начнем играть. Ну что, и мы остановились вот на этом уровне. Мы не знали, как пройти этих... через этих... Вау! Первый готов! Ой, бегаем. Сейчас мы заговоримся, и еще кто-нибудь нас укусит. О, второго! Ура, ребята! Игра закончилась быстрее, чем нас успела укусить эта пчела. Ой. Это что, у нас только одно убежище, что ли? И все? Страшно, страшно. Ну да ладно. Давайте будем пробовать. Ой. Первая попытка и неудача. Ладно, попробуем еще раз, ловим. И... давай! Ой, прямо в глаз укусили. Ловим. Первый готов. Второй, пожалуйста. Убегаем, ребята! Ура! У нас получилось. Ну что, следующее. Ой, а вот здесь уже лабиринтик. Ха. Ой, нам срочно нужно убегать от этой пчелы, она сейчас нас укусит. Фу, успели, ничего себе. Ха, мы научились от них убегать даже. Первый готов. Ой, прямо в глаз. Еще разочек. Вот, даже язык высунули. Хм. Бедный наш паучок, он все, чего. Жалит, жалит пчелу. Наверное, это очень больно. Опа! Ребят, напишите в комментариях, вас жалили пчелы когда-нибудь. Меня кусали, это очень больно. Ну что, ой, где наш паучок? А, вот он. Первый готов. О, ты остался без присмотра. Хм, а вот этого сложнее достать, да. И нас убили. Вернее, не убили, а ужалили. И мы полежали в больнице. У нас прошло, все прошло. И потом мы опять начали играть. В общем, ловите наших этих... ой. Наших этих мух. Прикольно. Ну что, ловим третью. Ура! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Вау, ребята, и мы с вами прошли все уровни. И у нас бонусный уровень. Ха, что это такое? О, странно, это что, они сами кусаются, что ли? Хм, интересно, может быть, нужно со спины заходить? Ладно, посмотрим. Они размножаются, атака монстров. А-а-а, спасите, помогите. Ой, а, ребят, может быть, нужно нам продержаться, чтобы они нас не укусили? Ха, точно. Нужно от них убегать. Ой, нет. Ребят, на этом пора заканчивать это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, ребят. Не удалось нам пройти этот бонусный уровень, но ничего страшного. Нас ждет вторая часть Паучка. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока-пока.